Вот пока она играет там, я не буду подходить. Я бы поиграл один на этой горке, но пока там ребятишки играют, я не буду подходить. Пусть играют одни там. Я не буду вмешиваться, то есть. А один я, знаешь, как вот дед и баба, это, короче, встаешь вот там вот спиной, говоришь, дед, баба, баба, не играешь, дед, поднимаешься по закрытыми глазами и пытаешься искать. Если кто-то на земле оказался, говоришь, стоп, земля. О, приветствую. Скажи что-нибудь доброе в противовес моим хейтерам, которые говорят, мы вызовем на тебя полицию, отвали от детей, ты там это, то, мы давно за тобой следим. Пусть только попробую за тобой следить. Я же сам их узнаю. У меня батя работает еще лучше вас, во-первых. И узнать вас спокойно, у него очень много связей. Так что еще раз вызовите на него полицию. Я скажу бате, он найдет вас и отправит, где вы находитесь. А менты за вами поедут. То есть батя связан с полицией? Да, 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 да. Ой, это отлично. А можно с ним как-нибудь пообщаться? Как-нибудь можно. потом, потом уже. Да, можно будет. Но он сейчас работает. Ну он сейчас работает, я Да. понял. То есть вот чел. Двоих хейтеров поймал уже. У него батя работает в полиции. Я с ним пообщаюсь. Но еще раз извиняюсь, что я пью пиво при вас. Короче, давайте, хотя нет, где-то бабу поиграть, но нет, если хотите. А мы еще это работаем. А, Кстати, вы работаете? Да. Объявление расклеиваете? Не, пошли покажу. Ну, пошли, покажешь. Пошли. Подожди, я сам. А как вы работаете? Интересно. Я тебе все сейчас расскажу. Короче, мы продаем всякие фруктики, лимонад. Пошли, покажем. Ну, пошли. У нас покупают. Мне просто прикольно, прикольно, интересно посмотреть, интересно с вами затусить. Я чувствую себя как ребенок в детстве. Так а где у вас лимонад и фруктики? Я могу купить, но а где они у вас находятся, чтобы купить? Не хотите лимонад и фруктов купить? Нет. Блин, я чувствую себя сейчас так счастливо. У меня даже в грудной клетке и во всем теле такая нирвана, радость. А вот смотри, лунный пейзаж. Лунный пейзаж. Ничего себе, вы даже флаги России продаете. Да. Вы продаете как в Таиланде. Вот такие штуки, как в Таиланде. Можешь купить? Лимонад 50, это 150. Это 50. Блин, нифига себе, вы круто сделали. Смотри, можешь перевода, можешь наличкой. Как тебе удобно? Карта не сделана. У меня только карта есть. Сейчас я посмотрю, сколько у меня денег. А перевести? Нет, смотри, у тебя карта к телефону привязана. А кто вас надоумил на такое? Как вы такое придумали? Мама с папой. Нифига себе, вы крутые. Это тоже. Ребята, покупайте у них. Вот это вот как в Таиланде прям, вот эти штуки. Только проблема в том, что в Таиланде там они из холодильника достают, там из холода, как я понял. Для меня там холодильник, можешь потрогать. А сколько стоит флаг России? 50. Без герба, вот без герба есть. Если бы у вас был такой контейнер для чтобы холодное. А нам скоро будут зонтики покупать. Да. Просто есть такой контейнер, где типа он сохраняет холод, как в морозилке на несколько часов. Ну, можно это купить. Ну смотри, можешь посмотреть сейчас. Сейчас посмотрю. Смотри, если у тебя карта к телефону привязана. Да, к телефону привязана. Да. Ну здесь как бы видишь лунные пейзажи вокруг. Ну, смотри, такие. Это номер его папы. Вот этот веди и это отправить деньги. Сейчас посмотрю. Угу. Сейчас надо тенек найти. Сейчас я тенек найду. Сейчас подойду. Лунный пейзаж, тут кратер. Вот лунный кратер «Надежда».
Вот ребята продают